Джани Родари – страна, где все люди сделаны из масла. Однажды Джованнино, теряя время, великий путешественник и землепроходец оказался в стране, где все люди сделаны из масла. На солнце они таяли, и поэтому им приходилось все время укрываться в тени и прятаться в прохладе. И жили они в городе, где вместо домов повсюду стояли огромные холодильники. Джованнино ходил по улицам этого странного города и видел, как жители сидят у окон своих холодильников, положив на голову пузырь со льдом. На двери каждого холодильника висел телефон, чтобы можно было разговаривать с его обитателями. «Алло!» – сказал Джованнино, сняв трубку одного из холодильников. «Алло!» – ответили ему. «Кто говорит?» – спросил Джованнино. «Король страны, где все люди сделаны из масла, а я сбитый сливок высшего сорта, снятых с молока лучших швейцарских коров. Вы обратили внимание на мой холодильник?» «Нет, а что?» «Ах, вот в чем дело! Он же из чистого золота! А вы что, так никогда и не выходите из него?» «Чего же, иногда выхожу. Зимой, в сильный мороз. И катаюсь на ледяном автомобиле. А если пока Ваше Величество гуляет, выглянет солнце, что тогда?» «Не может оно выглянуть. Это запрещено. Я бы тотчас же приказал моим солдатам посадить его в тюрьму». «Как бы не так», — сказал Джованнино, бросил трубку и отправился путешествовать в другую страну.